В 274 образовательные организации КОМИ поступили комплекты государственных символов России. В комплект входят флаг России, флагштоки, большой и малый герб. Комплекты государственных символов приобретены за счет средств федерального и регионального бюджетов. Всего в 2023 году на эти цели было направлено свыше 25 миллионов рублей. Флагштоки должны быть установлены на территории школ не позднее 1 августа. Оснащение образовательных организаций госсимволикой продолжится и в 2024 году. Для этого предусмотрено еще почти 2 миллиона 800 тысяч рублей.